Всем привет! Компания OneShow.kz 5 марта 2015 года решила устроить вечеринку для своих друзей и ивент-индустрии, и в общей богемы Астаны в целом. Давайте пройдем и посмотрим, как она проходит. Мы предлагаем за наших прекрасных, милых дам, за всех, кто работает в творчестве, за всех, кто сегодня OneShow KZ представляет, Кабарешоу Вива представляет, да? Дискобар Ирлана Кокиева представляет. Сегодня этот потрясающий персонал ресторана проект Green, может быть, кто-то из вас здесь впервые, сами заметили, удобный, интересный, вкусный, подходящий для музыки и для разговора. Сейчас с нами находится Бахтияр Арынгазин, пожалуй, самый лучший ведущий столицы. Давайте спросим, каково это быть лучшим ведущим столицы? Я хотел у тебя спросить, с каких пор это я самый лучший ведущий? Немножко это преувеличили. Я не лучший ведущий, тут у нас их много сегодня собралось, да. Да, я не могу на него однозначно ответить. Ну, я не считаю себя лучшим, а так как бы, ну, наверное, круто. А ты что такая дерзкая? Такая дерзкая. Вот так вот считает Нина Моисеева. С нами находится один из лучших певцов нашей страны, Али Акапов. Первый вопрос. Каково быть лучшим певцом страны? Мне так Айкын сказал. Я, во-первых, не верю, что так сказал Айкын. Во-вторых, я на самом деле не лучший. Я, наверное, просто, сказал бы, молодой исполнитель. Несколько часов назад я спросил у Али Акапова, каково быть лучшим исполнителем нашей страны, на что он мне ответил, я не знаю, я не Алмаз Кишкимбаев. Каково быть лучшим исполнителем нашей страны? Для меня лучший исполнитель на данный момент Али Акапов, поэтому я не знаю. В известной песне поется, что если у тебя есть борода, я скажу тебе да. Часто ли тебе говорят да? Часто мне говорят такую фразу: у тебя есть борода, я скажу тебе да. Ну вот такого плана. А да, мне говорят, ну в принципе, все... От кого я хочу услышать, да, мне говорят да. Так что, наверное, правда. Да, часто ли тебе говорят да? Да. Да, это был Ваня Эрнст. Он такой же на сцене, такой же красноречивый. Почему ты такой улыбчивый сегодня? Сегодня слишком остро я сел просто сейчас. И сложно прям соединить щеки. Поэтому ты же знаешь, сам по себе редко улыбаюсь. Итак, с нами КВН-команда «Спарта», город Астана. Первый вопрос будет таков. Каково быть единственной командой из Казахстана в высшей лиге КВН? Ну, это, во-первых, большая ответственность, и это тяжело на самом деле. Все-таки нам, наверное, тяжелее местным российским командам, нежели команде из Казахстана, потому что если они играют для своего зала, то есть у них задача рассмешить свой зал, то в нашем случае, то есть это вдвойне тяжелее, потому что нам мало того, что нужно рассмешить российский зал, нам еще и нужно рассмешить и не обидеть еще свой зал. Поэтому если русские работают на около 300 миллионов аудитории, то у нас еще плюс 16 миллионов. С нами один из лучших ведущий нашей столицы Иван Эрнст. Давайте спросим, каково это быть лучшим шоуменом города? Это очень непросто. Тяжкий труд, ежедневная работа. Да. Четкая организация, я думаю, всему большой вклад мероприятию вообще этой компании делает прекрасная Асель, я думаю, никто в этом не сомневается. О, Асель, Зёма, Жекешка моя. Напоследок, что пожелаешь нашей компании OneShow.kz? Пожелаю не сбавлять обороты, также двигаться в выстроенном, скажем так, ритме, в выстроенном направлении и не менять вектор своего движения, ну, если только по направлению вверх. А так вы классные, прям
Большие вам респекты. Всего самого наилучшего, успехов. Подходить. Они всегда были очень креативными людьми, хоть они для многих и уже динозавры. Довольно-таки ветераны, наверное, по-любому. Поэтому я желаю всегда подходить к каждому своему делу с креативом. Всего самого наилучшего и от себя личного. Просто мы очень хорошо, близко общаемся, что я всегда где-то рядом. На самом деле, Антон Язамат, это является, наверное, да, первые редакторы нашей команды, на самом деле. Когда мы были очень маленькие, да, очень маленькие, в 7 или в 6 классе, вот мы пришли перед этими людьми и показывали свои несмешные шутки. Да. И вот они были над которыми они смеялись. Жигиттер, тек қана алға, Азамат, Антон, да, молодцы. One Show KZ, наверное, в первую очередь хочу сказать спасибо, так как мы уже давно друзья, мы вместе сотрудничаем, вместе работаем, и это абсолютно разные площадки, что меня радует. Поэтому процветания, успехов, рейтингов, положительных отзывов и еще больше близких друзей, таких как я. Давайте сюда смотреть. One Show KZ, всеми любимая, обожаемая компания. Кстати, в Гугле, когда набираешь ивенты Астаны, One Show выходит в первую очередь, поэтому это, наверное, сразу говорят за многое, да? Поэтому давайте работать, друзья. Процветания, удачи, надежных сотрудников и побольше таких замечательных мероприятий сегодня.